день эта вкусняшка. Моя! Эй, я первый заметил этого таракана. А ну отдай. Отдай таракана! А ну выплевывай! Выплевывай давай! Вы чего на меня напали, хулиганы? Хаги-ваги, помоги! Привет, друзья! Сегодня мы зашли в гости на YouTube-канал Мистер Фрог. Здесь живут прелестные лягушки, которые любят покушать. А кушают они гусениц, тараканов и червяков. Да, мы любим червячков. Мистер Фрог. Итак, первый раунд. На ринг выходят три спортсмена. Желтый, зеленый и здоровяк Джо. О, вижу тараканчика. Он будет мой. Отвали. Ты че, братан? Драка? Я тоже хочу подраться. Ребята, зачем драться? Ешьте лучше таракана. Я тут главный. Я тут главный. Братва, на самом деле здесь главный я. Потому что я сейчас сожру таракана. 1-0 в пользу здоровяка Джо. Вот елки-палки, я ж хотел его съесть. А съел я. Раунд номер 2. Черный таракан, он мой. Как ты посмел съесть двух тараканов подряд? Этого тараканчика положили для меня. Отстань, малявка. Третий раунд, друзья, на кону еще один таракан. Ням-ням-ням-ням. Не понял. Вкуснота. Это был мой таракан. Я не разрешал тебе его есть. Ребятки, не беспокойтесь, тараканов хватит на всех. Хочу таракана. Отвали. Кто первый схватит, тому и достанется вкусняшка. Я первый съел. Да что же это такое? Вкусный тараканчик. Дайте еще одного. Ребятки, вот вам еще один таракан. Он будет мой. Нет, мой. Нет, мой. Да, ребята, вот такие веселые жабки живут на YouTube-канале Мистер Фрог. Ням-ням-ням-ням. Эй, желтый, это был мой таракан. Сейчас я разберусь с этим желтым. Будет знать, как воровать тараканов. Вот тебе, за то, что не соблюдаешь очередь. Зеленый лягушонок, зачем ты дерешься? Вот, держи, этот тараканчик лично тебе. Эй, это был мой таракан. Зеленый, не тормози, ешь таракана. Этот здоровяк опять сожрал мою еду. Я и этого таракана тоже сейчас съем. Ням-ням, какой он вкусный. Как видим, здоровяк Джо решил сам съесть всех тараканов. Хаги-ваги, я люблю таких тараканчиков. Эй, здоровяк Джо, это мой таракан. Был твой, стал мой. Так нечестно. О, еще одна вкусняшка. Зеленый, не тормози, ты ближе всех к этому таракану. Я ближе всех. Это последний таракан, ребятки. Я хочу его съесть. Нельзя. Этот таракан для меня. Ой, я хочу пукнуть. Да как тебе не стыдно? Мы же за столом. Мне очень стыдно, но я все равно хочу пукнуть. Зеленый, таракан ждать не будет. Он сейчас начнет убегать. Иди ко мне, красавчик. Какой он вкусный. Теперь я знаю, что не умру с голода. Как вы считаете, ребята, эти трое заслужили ваш лайк или нет? Если жабки вам понравились, ставьте им пальчик вверх, а мы поехали дальше. Мистер Фрог. Не все лягушки умеют охотиться на тараканов. Вот зеленый лягушонок по имени Гоша. Сейчас он попытается словить таракашку. Давай, Гоша! Ой, я зацепился челюстью об пол. Что ж ты такой неуклюжий, Гоша? Хаги-ваги, меня мама родила таким неуклюжим. Вторая попытка. Гоша, давай, не подведи. Сейчас я его словлю. Ай, опять зацепился челюстью. Ай. Что ж ты такой болван, Гоша? Я не виноват. Мистер Фрог. А сейчас, ребятки, познакомимся с жабеняками, которые любят смотреть кино по мобильному телефону. Последние японские новости. Эй, не хотим мы японские новости. Кино покажи. Вот, ребятки, вам кино. Ой, живой таракан. Я хочу съесть этого таракана. Ням.
Эти две жабы на экране едят нашего таракана! Безобразие! Это ведь всего лишь кино, видеоролик! О, ням! Не пойму, почему у меня не получается съесть этого таракана? Почему вкусный тараканчик опять достался этим двум ложкам на экране? Я тоже хочу посмотреть это кино! Как они вкусно едят этого тараканчика! Отдай таракана, он мой! Глупыши никак не могут понять, что это всего лишь фильм. Ням! Ням! Это несправедливо! Почему вкусняшки постоянно достаются этим двум жабам в кино? Ням! Да! Почему нам ничего не перепадает? Отдай вкусняшку! Успокойтесь, ребятки, это всего лишь видеоролик! Белый тараканчик! Он должно быть вкусный! Ням! Ням! Эй, где наше кино? Последние японские новости! Какие еще новости? Хаги-ваги, где наш лягушачий канал? О, это уже интересней! Да, как видно, эти две глупые жабы не понимают, что такое видеоролик! Все мы понимаем, Хаги-Ваги! Видеоролик – это когда другие жабы едят, а мы только смотрим! Но мы ведь тоже хотим есть! Дайте вкусняшку! Дайте! Как видно, нашим двум жабкам смотреть YouTube противопоказано! Хаги-Ваги, надоело мне это безобразие! Ухожу отсюда! И мне тоже не нравится такое кино, когда перед глазами вкусный тараканчик, а съесть его не получается. Мистер Фрог. А вот, друзья, уникальный подводный экземпляр. Дайте мне тараканчика. На, держи. Ням-ням-ням. Какой вкуснячий таракашка. Ну как, понравился тараканчик? Хаги-ваги, этот тараканчик шевелится у меня во рту. Шевелится? Что значит шевелится? Он шевелит своими лапками, а усиками щекочет мой язык. Так глотай его быстрее. Не могу, он меня щекочет. Подводная жабеняка, а ну-ка поднатужься и быстро проглоти таракана. Хаги-ваги, спасибо за совет, но у меня не получается поднатужиться. Этот таракан щекочет меня и хочет, чтобы я его выплюнула. Да, ребятки, нелегкое это дело глотать тараканов. О, я его проглотила! Мистер Фрог. Если вы, ребята, думаете, что лягушки это добродушные создания, то спешу вас разочаровать. Они умеют драться и часто дерутся за свою добычу, как сумасшедшие. Мне достался вкусный тараканчик. Это мой тараканчик. Эй, ребятки, вы что такое творите? А ну-ка прекратите драться. Бить друг другу морды – это нехорошо. Отдай тараканчика, он мой. Отстань, зеленый хулиган. Мистер Фрог. Зеленый лягушонок из предыдущего сюжета, когда подрос, превратился в большого зеленого жаба. Смотрите, вот он сидит по центру. Это мои гусеницы. Нечего даже смотреть на них. Не смей! Мои гусеницы! Отвали, зеленый хулиган! Мы тоже хотим кушать! Тут я главный! Это мои гусеницы! Я не разрешал вам их есть! Эй, хулиган, отстань! Эти гусеницы наши общие! Нет, они мои! И только мои! Зеленый, хватит обижать своих друзей! Ешь последнюю гусеницу! Да он не хочет! Дайте лучше я ее съем! Вот и правильно. Кто первый подошел, тот и съел. Вкусняшка. Ты не обнаглел, дружок? Хочешь получить кулаком в глаз? Нет, нет, босс, не хочу. Хаги-ваги, за подстрекательство я тебе сейчас дам кулаком в глаз, понял? Ой-ой-ой. Ну ты хулиган. Нет, ну вы посмотрите. Этот зеленый вообще совесть потерял. Хочет обидеть самого Хаги-Ваги. Да как тебе не стыдно? Мне не стыдно. Сейчас я тебя побью. Получай. Ай, больно. Получай, хулиган. Как ты посмел меня ударить? Я здесь главный, а вы все тут пиявки. Ты кого пиявкой назвал?
Я тебя сейчас научу уважать старших. Ребята, ну вы смельчаки. Прогнали хулигана. Вот вам за это тараканчик. О, тараканчик, это хорошо. Где тараканчик? Я тоже хочу тараканчика. Ну давайте, не тормозите. Кто первый набросится на таракана, тот его и получит. Это мой таракан. Да как ты посмел? Бесстыдник! Хаги-ваги, это же несправедливо! Мистер Фрог! Ребята, как вы думаете, может ли жаба любоваться на себя в зеркало? Какая же я красивая! Я зеленая, толстая, я само совершенство. Я могла бы занять первое место на конкурсе красоты. Ребята, смотрите, хозяин жабы дразнит ее тараканчиком. Поймет ли лягушка, что это всего лишь отражение в зеркале? Ням! Ням! Вот елки-палки! Почему у меня не получилось проглотить этого летающего таракана? Ням! Хе-хе-хе-хе! Вот же ж глупая жаба! Ее дурят, а она этого не понимает! Чувствую, что меня пытаются обмануть! Хаги-ваги, это твои что ли проделки? Ням! Ладно, хватит прикалываться над жабкой. Отдайте ей тараканчика. Ням-ням-ням. Вкуснятина. Мистер Фрог. Кстати, кроме жабок, на YouTube-канале Мистер Фрог живет еще целая саламандра. И она тоже любит вкусно покушать. Дайте и мне тараканчика, пожалуйста. Держи. Живой тараканчик. От меня не убежишь. Пойду в укромный уголок, съем этого таракашку. А еще на YouTube-канале Мистер Фрог живет ящерица. Червячок! Я такое люблю. Кушай, не стесняйся. А я и не стесняюсь. Дайте еще червячка. Но не только ящерица любит червяков. Большая толстая жаба тоже не прочь поживиться червями. Моя добыча. Я это съем. Кто первый схватил, тот и съел, ребятки. Возвращаемся к саламандре. Покормим ее тараканчиком. Это очень вкусная еда. Спасибо. Ребята, я так счастлива быть актрисой на YouTube-канале Мистер Фрог. Вы просто себе не представляете. Белый тараканчик? Он будет мой. Чего это он будет твой? Я тоже люблю белых тараканов. И я тоже не прочь съесть эту вкусняшку. Он мой. Ты понял, засранец? Да понял я, понял. Так кто же съест этого тараканчика? На него целых 3 претендента. Зеленый хулиган, ну забирай уже таракашку. Вкуснота! Я тоже хотел поживиться этим тараканищем. Ребятки, на YouTube-канале Мистер Фрог есть много видеороликов о жабках и саламандрах, которые состязаются в поедании тараканов, червяков и других насекомых. Ссылочка на YouTube-канал Мистер Фрог есть в описании к нашему видеоролику. Да, ребятки, чем больше вы смотрите наши видеоролики, тем больше хозяева кормят нас разными вкусняшками. Мы очень любим покушать. Мистер Фрог. Требую таракана. Пожалуйста, берите, набрасывайтесь, ребятки. Надоело уже смотреть, как вы тормозите. Эта вкусняшка моя. Эй, я первый заметил этого таракана. А ну отдай. Отдай таракана. А ну выплевывай. Выплевывай давай. Вы чего на меня напали, хулиганы? Хаги-ваги, помоги. Ребята, хватит драться. Тараканов хватит на всех. Моя добыча. Эй, я тоже хочу вкусняшку. Этих двоих покормили, а меня как же? Вот, держи, и тебе тоже таракан. Моя добыча, моя. Таракан большой, смотри, им не подавись. Не могу никак его проглотить. Я же говорил тебе, что он большой. Желтая жаба жадина. Лучше бы мне оставила большого таракана. Ничего, я думаю, она справится. Конечно, справлюсь. И не таких тараканов я проглатывала. Мистер Фрог. Какая чудесная картина. 3 жабки и 1 таракан. Кому же он достанется?
Эй, вы, здоровяки, уходите от моей добычи! Такой маленький, а уже такой хулиган! Да, я такой! Вот у нас очередной раунд. Три жабки и один тараканчик. Кто, ребятки, хочет слопать живую вкусняшку? Я так ничего и не понял. Давайте взглянем еще разок. Ребятки, вы что, в футбол играете тараканом? А зачем ты набросился на своего соседа? Желтый хватает первым. Передает пас зеленому игроку. Зеленый футболяет таракана коричневому дружбану. Коричневый что-то замешкался. Зеленый не выдерживает и кусает коричневого игрока. Наверное, чтобы тот проснулся. Так кому же в итоге достанется тараканчик? Коричневый проснулся и съел таракана. Зеленому и желтому осталось лишь завистливо смотреть на то, как коричневый глотает заветную добычу. Мистер Фрог. Любят ли жабки играть с игрушками? И как они будут реагировать на своего пластмассового собрата? Давайте-ка посмотрим. Эй, ты кто? Я тебя сейчас укушу. Агрессивная лягушенция. Что это за чудо такое зеленое? Я такого раньше не видал. Похож на лягушку, но какой-то он слишком странный. Он просто игрушечный, вот и все. Попробую-ка этого засранца на вкус. Фу, какой-то он невкусный. Конечно, пластмасса невкусная. Ой, какой-то неудачный прыжок получился. Моя челюсть застряла в этом ковре. Что это за зеленое пугало надо мной шевелится? Какое-то оно невкусное. Если невкусное, оставь его в покое. Все равно его надо съесть, не пропадать же добру. Лягушонок, это же пластмассовая жабка. Зачем ты ее облизываешь? Сам не знаю, зачем я это делаю. Иди сюда, здоровяк. Я буду с тобой сражаться. И я тебя одолею, даже если сам погибну в неравной схватке. Такой маленький, а уже такой агрессивный. Никогда бы не подумал, что жабы будут нападать на пластмассовую игрушку. Ну и на этой веселой ноте мы будем заканчивать, ребятки. Если вам понравились жабки из этого видео, ссылочка на YouTube-канал Мистер Фрог есть в описании к моему видеоролику.